В этом видео мы рассмотрим лакомство для собак Bounties. На задней стороне упаковки, как и в любом корме или лакомстве, указан срок годности. Чуть выше на этикетке написан состав. В упаковке встроена удобная zip-застежка, с помощью которой запах не будет выветриваться, а лакомства не будут выпадать. Лакомство представляет из себя набор мелких дропсов в виде косточек со вкусами ягненка, птицы и желудка. Пахнут косточки мясом, как и любое лакомство для собак. Это замечательный вариант прикорма для собак, а также их удобно использовать при игре или дрессировке.